Охоту на активистов открыли неизвестные в Черновцах. Всего за несколько дней в городе совершено два нападения на сотрудников портала «Стоп коррупции». Их жестоко избили. Как все было и кто за этим стоит, свои версии пострадавшие рассказали нашим журналистам. На активиста портала «Стоп коррупции» напали накануне около 8 часов вечера. Николай Пятиченко возвращался домой. Не успел выйти из машины, как на него набросились двое неизвестных с молотками. Я лишь бачу, что молоток впереди, и молотком не бьет сюда. И начали махать. Я говорю, по голове целились, я руками начал закрываться. Тут еще раз попал сюда, туда опухоль. Я падаю, у меня провалилась моя ракетница в карман. Ну, это в рукав. Я пока ее вытащил, я типа притворился, что мне кердик один крикнул, ему побегли. Ударов было минимум полсотни, говорит Николай. Нападавшие целились в голову и ноги. На крики выбежали продавцы из соседнего магазина. Но говорить на камеру, что видели, отказывается. Вы что, с чула, можливо? Чула? Але я не хочу, чтобы меня снимали. Николай вызвал скорую помощь. В больнице его осмотрели, раны перебинтовали. Но оставаться в медучреждении пострадавший отказался, побоялся расправы. К слову, это уже второе нападение на активистов «Стоп коррупции» за последние несколько дней. На днях четверо неизвестных жестоко избили друга Николая, общественника Валерия Ирине. Его тоже поджидали у подъезда его дома, но мужчине удалось отбиться. Разве 20. Они кулаками не били, только металлевыми предметами. Это не их стиль бить кулаками. Они пришли робити свою роботу, тоже кулаки там недоречні. Они пришли робити то, за що їм заплатили. В поліції по обоим фактам открыли уголовные производства. За зверненням потерпілого поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345.1 «Погроза або насильство щодо журналіста». По другому потерпілому також відкрито кримінальне провадження. Самі пострадавші уверены, с ними сводять счеты. За короткий період ми направили дуже велику кількість документів на Київ, які поки що безрезультатно, ніхто не реагує. Про великі корупційні схеми, де замішані наші прокурори, митники. Це і по лісу, і то, як кришує прокуратура, вже скільки справ ми знайшли. Активісти убіждають, запугати їх не удасться. Вже у ближайшее время готовяться обнародувати деталі своїх розслідувань. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, подробності, телеканал «Інтер», Черновці.